your son, don't need a gun to give respect upon the street. Under the sun, the best the sun will pop the gun. Итак, это вторая часть. Самых лучших французских дрилл-трэп-рэперов. Я выговорил это, твою мать! И это вторая часть. Будет еще третья, но пока вторая. Очевидно, погнали! Я сегодня буду здесь главным героем и ведущим шоу. Раз, два, три. Пау! Мадрейн. А что там вот треком так мало было? Чувствую, сейчас бит упадет. Ну где же? Буба. У меня такой медленный флоу, кстати. Биач, свалом ми. Нино. Ооо. Вот это круто. Вот этот трек был офигенный. Нино. У меня такой тоже. Вот это тоже заебись. Так обосок бы побольше. О. Он кончил ее в рот, потому что он не хочет детей. Бэм-бэм! Ну это так и пиз. Вот это, кстати, момент классный. Сода. Вот это чисто чикагский бит. Я его слушал 100 раз в Чикаго. Это чувака? Нет, бит из Чикаго. Но в Чикаго, знаешь, там просто тонны рэперов вообще. Там десятки тысяч рэперов. О, нифига. Почему у меня такие крутые треки, короткие, я не понимаю, блин. Ну, может, из-за копирайта, я не знаю. Блин. Там не обитали из-за копирайта. Ну да, возможно, просто шикарно. Крррр-па-па-па-па! О, сразу! Блин, такие жестокие биты и лирики. Не лирики, точнее, голос. Да. Это был Порш, по-моему. Я сам можно захотел прям читать, чувак. Я что, начал, что мне просто что-то хочется вот так вот выдать, как рэп? Ох, ебать, жесткий трек. Прикольная шляпа. И смотри, там фонтан какой-то на улице. Я прям сейчас со стула буду скакивать. 13-й блок. А что, типа, если несколько секунд, то туда не банят, да? Не дают страйк на видео? Ну, походу, да. Там больше 20 секунд нельзя, как бы. Вот этот бит я знаю. А я ни разу не слышал.
Тоже из Чикаго? Да. Ну, в смысле, из Америки. Я прям вот пытаюсь вспомнить, что за песня была. Подъездные чуваки! Подъездные чуваки! Пау! О! Так, что-то его тушуют. Джаджа Дина. Там, по-моему, что-то вот было, прям, наверное, знаешь, какая-то заварушка. О, ебать. Хуя! Так стреляют-то? Это, кстати, тоже бит из Чикаго. Следующий раз? Еще этот бит тоже из Чикаго. Ну, они, наверное, просто инструменталки берут оттуда, но... считают. Блин! Охрененный чувак. Это мне фараон напомнил, кстати, с такими длинными волосами. Ну того русского рэпера. Не, серьезно, тебе не кажется, что на фараона чем-то смахивает? Чуть-чуть. Ну есть это, а? Да. То есть ты волосами как-то маленько флоу тоже. Типа бы у него голос еще выше. Тачку. Тут прям мелодично запись еще идет. Вообще. Охрененные. Блин, охрененный трек, слушай. Медуза. Я просто не могу сейчас сказать, мне просто завязал на самом деле. Вау. Бум. Так, это Чак Норрис стайл. Ууу, дэнс, а? Да, вообще жесткие типы, конечно. Вот это оркестиары тут вообще. Все, Cash давай, money, короче, это последний. Окей. On my Rex. Money on my Rex. Такой тип, блин, убийца. Все, давай, врубай. Okay. Ебать, конечно, жесткие типы. Но, конечно, с Карисом в этом зале, где они там качали железо, это не сравнится. Подожди, по-моему, это был не Карис. Это был Карис. А может, кстати, и не Карис. Это был, по-моему, не Карис. Это Карис, блин, да что ж так. Это был какой-то Градур, короче, вот. А, может, Градур или Низко. Это Градур, чувак. А, ты уже нашел, что ли? Да-да-да, я отмотал. А, значит, это Градур. Да-да-да. Очень крутой чувак. Что-то там, Ника там, просто... Я просто спрыгнул, понимаешь, реально, там среди ночи начал отжиматься. Чувак, это просто сумасшедший. Безумие, безумие. Ты заметил, кстати, что здесь треки были поспокойнее, но очень кочевые? Ну да, такие. Вот мне сейчас с мелодией понравился. Да. Который на фараона похож. Да-да-да-да-да-да. Вообще прям шикарно. Прям молодцы, вот реально. Я просто влюбился в французский рэп. Вот не знаю, вот дрил вот этот рэп. Дрил трэп рэперов. Я просто помню, не мог это все выговорить. Oh, big shouts out to the best French drill trap rappers. Yeah. Чуваки, part 3 coming soon. Garde le silence, gardez, s'il vous plaît, gardez le silence, garde-le, garde-le. L'argent et la drogue sont la cause de la mort. Bleh, 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 bleh
serai là le jour de ton enterrement. La moitié,